Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Сегодня борт номер один вылетел из национального аэропорта Минск. Ему предстоит преодолеть расстояние в 7500 километров. В рамках официального визита Александр Лукашенко проведет ряд встреч. Запланированные переговоры с президентом, главой коммунистической партии и премьер-министром Вьетнама. О взаимном деловом интересе речь идет уже сегодня. На экономическом форуме известно, что вьетнамские компании заключили договора с белорусскими партнерами на общую сумму 25 миллионов долларов. Наш корреспондент находится в Ханое. Наталья Бреус передает из Вьетнама. Эти дни проходят в Ханое под белорусским флагом. Еще с советских времен республику и Вьетнам связывают тесные дружеские отношения. Многие руководители Вьетнама получили образование именно в советских вузах. Это тоже, конечно, хорошая база для развития экономических отношений. И Вьетнам может стать тем плацдармом в регионе, который поможет Беларуси здесь закрепиться. Это страна с 90-миллионным населением, поэтому общая торговля в 170 миллионов долларов пока не впечатляет. Есть куда расти, особенно в промышленной кооперации. Успешный пример уже действует. Несмотря на приличное расстояние между странами в 7500 километров, здесь с 2009 года собирают белорусские грузовики. Поставлено почти 1000 машинокомплектов за последние 2 года. Вьетнамцы активно строят дороги, развивают туристическую инфраструктуру. И следующий шаг – сборка наших автобусов в Хошимине. Вопрос прорабатывается. В уме держат выход с совместной продукции на рынке стран АСЕАН. Это ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Белорусская сторона планирует увеличить поставки тракторов. Это собираются закрепить в договоре. Для МТЗ сегодня вьетнамский рынок растет. Техника важна для аграрной сферы, ведь Вьетнам занимает 2-е место в мире по поставкам риса и кофе. Встречи деловых кругов способствуют развитию отношений. Предполагается заключить более 10 соглашений о сотрудничестве. На протяжении последних лет 6 бизнесмены 2 стран общаются почти ежегодно. В рамках деловых форумов считается, что вьетнамцы ведут переговоры со свойственной восточным людям осмотрительностью. Сегодня о Вьетнаме все чаще говорят, что подрастает новый азиатский тигр. Экономика государства развивается приличными темпами. Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, создавших здесь сборочные цеха. Активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство. Правда, говорят, что современный Вьетнам ринулся в капитализм, не избавившись от социализма. Компартия до сих пор играет важную роль в политической жизни. Наталья Бреус, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ, Ханой, Вьетнам. Из Вьетнама Александр Лукашенко отправится в Туркменистан. Официальный визит в Ашхабад продлится до 12 декабря. Его программа также будет весьма насыщенной. Президент Беларуси проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Запланировано подписание ряда международных документов. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку. Олимпийский городок примет участие в конференции «Политика нейтралитета. Международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития». Государственные награды представителям трудовых коллективов по поручению президента Беларуси сегодня вручили во Дворце Республики. Среди приглашенных на торжественную церемонию – ученые, врачи, работники сельского хозяйства, педагоги. Всего более 100 белорусов. Вручение государственных наград – это не только хорошая традиция, но и признание заслуг каждого труженика. Во многом от результатов работы этих людей зависит и экономическая стабильность Беларуси. Признание на международном уровне, вручение медалей за особый вклад в развитие Евразийского экономического союза. Их удостоены 8 человек. Чувства, конечно, очень сложные. И гордость, и радость, и в то же время понимаю, какая ответственность. Потому что не каждая женщина в сельском хозяйстве заслуживает вот такого внимания. Когда государство награждает и говорит о том, что да, действительно, ты достойна этой награды, это уровень. Конечно же, это говорит о том, что ты должен и дальше трудиться, ты должен дальше повышать свой уровень и делать так, чтобы уровень был самый-самый высокий.
Растет число пострадавших от взрыва в центре Москвы. К этому моменту оно увеличилось до 5. Трое по-прежнему находятся в больнице с осколочными ранениями. Все произошло накануне вечером на остановке транспорта. По предварительной версии, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Предположительно, его могли выбросить из проезжавшей машины или окна близлежащего жилого дома. Взрывчатка была начинена металлическими осколками. Правоохранительные органы начали следствие по этому делу. В руки полицейских попала запись камер видеонаблюдения. Сейчас она изучается правоохранителями. Австрия отгородится от Словении. Сегодня на границе двух государств уже началась постройка стены. Делается это для того, чтобы остановить набирающий обороты поток мигрантов. На пограничном переходе уже установлены первые столбы. Их высота более 2 метров. Планируется, что протяженность забора составит около 4 километров. Предположительно, строительство завершится уже до 25 декабря текущего года. Отмечу, ежедневно в Австрию и Словении въезжают сразу по несколько тысяч нелегалов. В США из-за угрозы взрыва эвакуирован колледж. Сообщение о заложенной бомбе в учебном заведении поступило в штате Флорида. Неизвестный разместил его на просторах крупной социальной сети. В целях безопасности было принято решение отменить занятия и в срочном порядке заблокировать здание. На место происшествия уже прибыли специальные службы. Сейчас проводится обыск здания. Полиция начала следствие по этому делу. Серьезное ДТП произошло в Индии. В результате столкновения железнодорожного состава и внедорожника погибли 13 человек. Среди них 5 детей. Все они были пассажирами легкового автомобиля. Очевидцы утверждают, что машина пыталась пересечь железнодорожный переезд, однако одно из колес застряло между путями. Столкновение произошло раньше, чем находившиеся в автомобиле смогли выбраться. По этому делу полиция начала следствие. В Каспийском море возобновились поиски нефтяников. Они пропали при пожаре на платформе в акватории Азербайджана. Судьба 23 человек по-прежнему остается неизвестной, а число жертв трагедии уже достигло 7. Более 30 человек удалось спасти, однако большинство из них остается в больнице. В спасательной операции задействуют вертолеты. Саму скважину, полыхающую уже 4-й день, тушат 7 судов, и сегодня подключится еще одно. Спасатели слишком долго не могли добраться до места ЧП, виной тому стал штормовой ветер. Основной причиной случившегося считают лопнувший газопровод. Землетрясение в Таджикистане. Разрушено 500 домов, десятки людей пострадали, есть погибшие. В район стихийного бедствия направлена правительственная комиссия. Перед ней стоит задача как можно скорее обеспечить оставшихся без крова жителей временным жильем, теплой одеждой, питанием, а также принять неотложные меры по устранению последствий землетрясения. Оно произошло накануне, интенсивность толчков в эпицентре достигла магнитуды 7,8. Под изображением Моны Лизы найден еще один портрет. Его обнаружил французский ученый. Изучением всемирно известного полотна он занимался целых 10 лет. Он утверждает, что под привычным изображением Моны Лизы написана «настоящая Лиза», а всем известный портрет – это изображение другой женщины. Согласно наиболее распространенной версии, художник нарисовал Лизу Герардини, жену флорентийского торговца шелком. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. Производственный туризм. Только в Гродненской области более 40 предприятий готовы показать любопытным, как они работают. Уже пользуются популярностью посещение завода по выпуску хрусталя. Демонстрировать свое мастерство для туристов готовы гродненские пивовары, сыроделы, сталевары и мебельщики. Планируется открыть доступ для экскурсий на площадку, где возводится белорусская атомная электростанция. В Беларуси вновь ветрено. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. По востоку страны порывы ветра сегодня будут достигать 20 метров в секунду. А вот температура воздуха сохранится выше климатической нормы. Столбик термометра поднимется до плюс 7. Накануне в Минске и Гродно был побит температурный максимум дня. И несмотря на такую погоду, Минск уже готовится к встрече Нового года. В городе появилось праздничное оформление. Наиболее ярким оно будет в местах народных гуляний. На этот раз масштабные праздничные программы в новогоднюю ночь запланированы возле Дворца спорта и у комплекса Чижовка-арена. Что касается фейерверка, то он начнется в 1:30 на проспекте Победителей. Не обойдется и без новинок. Будет представлен новый такой аттракцион 3D-мэппинг. Это такое интерактивное шоу, где главным героем будет Дед Мороз. Оно будет представлено на фасаде здания концертного зала «Верхний город». И будет показываться периодически в течение 20 минут, начиная с 25 декабря. И на этом выпуск завершен. Далее спортивное обозрение. Всего доброго и до встречи в 16:30.